проблемы у сім'ї, стресовая ситуация на работе и звичайная информационная перегруженность. Сколько у нас людей, которые сутыкаются с пограничными психическими расстройствами, докладно не ведает никто. Значная часть тех, кому саправды потребна медицинская допомога, до медиков просто не звертается. Термин «психическое здоровье» медики трактуют однозначно. Это такой стан, когда человек реализует все свои здольности, продуктивно працует и уносит свой уклад в развитие громадства. Разом с тем, отремливается это не во всех. По даденных Сусветной организации охраны здоровья, людей с диагнозом шизофрения не так уже и шмат, всего 1% от огольной колькости населения. В тот же час до 20% жихаров планеты покутая на депрессию, причем у женщин и нас усракается вдвое больше часто, чем у мужчин. И такая личба психическое расстройство мают до 20% детей. Больше часто проблем со здоровьем возникает еще в самом раннем возрасте по причине неадекватных поводин у батьков. Медики рают, детей необходимо любить, але не контролировать каждый их крок. Каждый повинен иметь право на помылку, иначе николи не научится принимать правильные решения. Все вопросы его, все проблемы решают за него. Неважно, виноват он, не виноват, все равно они ему говорят о том, что у нас самый лучший. Вот. То в итоге практически все эти люди рано или поздно становятся алкоголиками. Потому что вся эта гиперопека, она к хорошему не приводит. Точно так же другая сторона этой медали, когда родителям, ну, по сути, все равно на своих детей. Они только их кормят, обувают, вот, и особо не уделяют им внимания. Здесь уже другая часть. Как правило, эти люди, они тоже вырастают достаточно тревожными, но в то же время они склонны к девиантному поведению, ну, то есть к нарушению закона. Сегодня Гомельская областная клиничная психиатрическая больница мая больше 800 ложков. При этом процент саправды тяжкохворых не вельми значный. Пераважная большасть пациентов – люди, которые сутыкнулись со стрессовыми ситуациями. У больницы они проводят до 3 тыдняў. Причем все данные конфиденциальные, без постановки на улик. Правда, сами медики погоджаются, зворотов будет больше, когда то же отделение пограничных расстройств перевести в звычайную больницу. Термин «психиатричная» стремливает многих. Покуль в этом накерунку робятся только пешие кроки. Амбулаторное лечение выполняют доктора, психотерапевты Центра пограничных состояний, которые располагаются непосредственно в поликлиниках нашего города, а также доктора, психотерапевты, располагающихся на районах при центральных районных больницах нашей области. Стационарное психотерапевтическое лечение предполагает помощь в условиях Гомельской областной клинической психиатрической больницы в отделениях пограничных состояний. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».